Добрый вечер, друзья! Мы сегодня готовы с вами смотреть турнир под названием BTS EU номер 1. У нас, в общем-то, запланировано два четвертьфинальных матча. Это Pro Dota Gaming и Fantastic Five. Потом, позже, будут играть Cookies против ребят из No Logic Gaming. Оба матча по формату Best of 3. Сегодня на протяжении всего вечера для вас будут работать адекваты... Арс Арт, он же Смайл, он же Сергей Ревин, он же... Привет, Серег! Нет, Серега еще не готов рваться, судя по всему, к нам в прямой эфир. Ждем его врыва, скажем так. Ну, таблица пока на ваших экранах, вы видите турнирную сетку. Вот они про Dota Fantastic Five сверху. Собственно, победитель этой встречи будет встречаться в полуфинале Виннеров. Просто в полуфинале, это Single Elimination. Против победителя пары Cookies и NLG. Вот такие вот расклады. Ну и чтобы вас не отвлекать непосредственно с самой игры, сразу же врываемся на пик. Вот он, пик первой карты. Ну и будем понемногу смотреть. Так, слышу Сергея. Серег, привет. Привет. Чуть-чуть опоздал. Ничего страшного, как твои дела? Нормально. Так, всем добрый вечер. Да, все замечательно. Дотку смотреть готов? Готов, конечно. Это хорошо. Наше дерби, это уже всегда круче всех. Ой, я забыл, когда последний раз мы вообще смотрели СНГ дерби, действительно, противостояние двух СНГ коллективов в одном матче. Новинка такого не было. Ну, да. Да, а их тут будет три в этой стадии. Dota Gaming, Fantastic Five, который сейчас на наших экранах, потом Na'Vi против Na'Vi Slayers в прошлом, Arcade Esports, PR там будут играть, и Team Alternate, Hellraisers проиграли же, да, точно, я чуть-чуть попутал. Два СНГ противостояния у нас будет. Два. Team Alternate. Я так надеялся, что Хэры будет, что будет третье СНГ противостояние, но вчера они умудрились проиграть. Да, проиграли полякам, поэтому Вега будет играть против поляков, против Team Alternate Attacks. Но это будет позже, это, по-моему, игры будут завтра. Вот. Ну ладно, в любом случае, первый матч уже стартовал, про Dota против Fantastic Five. Сегодня составы, кстати говоря, без изменений. Кстати, пользуясь случаем, хочется поздравить, наверное, товарища Трона с днем рождения. Он сегодня свой... Ну, я не знаю, сколько ему лет исполнилось, если честно, но он свою денюху сегодня катает, у него сегодня очень много игр. Макс с днюхой. С днюхой, да, тебя, Трон. Вот, в общем-то, и как ты думаешь, скажется ли вообще вот сегодняшнее такое у него событие с результатом? Если его никуда не торопит, то он будет играть хорошо, в принципе, как всегда отыгрывает на своей роли. Ну, надеюсь, да, сперва, как говорится, работа, а потом уже все остальное, так что посмотрим, в каком состоянии и на каком позитивном моральном настрое находится у нас этот игрок. Ну, Sunlight сегодня пообещал, что он ради сегодняшнего именинника, ради своей команды сегодня будет только побеждать. Так, никаких у нас замен же нету, потому что если... Билета же нет, по-моему, на эту лигу, да? Да, билета нет, в общем-то, ребята... Если ник не вставляешь правильно, то как бы они и не будут правильными. Да, вот. Все верно. То есть без изменений, да, у нас Митрим, Sunlight, Ванскор, Джакал и как раз таки Максим Трон, именинник, против Седой, БЗЗ, Йол, Костик и Арзик, по-моему, да, там их пятый. Все верно, без каких-либо стендинов. Правда, немножечко никнеймы у них поменены, но я думаю, мы разберемся. Ну вот с Ю-Ю, с уточкой, это Йол, это я точно знаю. Это ага. Владимир Басов. Да, да. Одно из, соответственно, Notosic Worlds, это у них Арзик, Арсений Усов, он, собственно, капитан. Вот такие вот дела. Ну и у Product Gaming, да, в общем-то, So Yes, Be Angry, Yes, Be, это непосредственно Sunlight. Sunlight, да. А Линха Присада, это Трон. Все вот так должно быть, по идее. Ладно, с этим разобрались. Первая карта, собственно, первый драфт на ваших экранах. Fantastic Five за Radiant, Product Gaming Dire. Ну, вот такие вот интересные пики у нас пока получаются. Ракл. Doom. Охой, Doom. Вот он, Fiction и Doom со своим новой способностью. Infernal Blade. Ну, кстати, не так часто, что стал появляться в 6.76 после изменений. Как-то вот Doom 6.85 особо не пренебрегали, частенько брали, а тут вот как-то редкий гость. Ну, в 6.85 он совсем был жестким, а тут он чуть-чуть такой подфикшенный. И да не очень часто, на самом деле, заходит. Ты, наверное, как-то не все игры с Doom смотришь. Ну, видимо, да, не попадался. Он либо в бане, либо его берут все-таки, да, вот на 3-4 почему-то пике. В первый пик он не залетает. Ну, а ораклы у нас часто. Это частые гости вообще у нас тоже либо в бане. Если игрок умеет играть, то по-любому будет оракл. Так же, как и земелья, так же, как и лундруид какой-нибудь. Вил новую способность лундруид? Это же жестко. Ультимейт имеешь в виду?
Нет, третья. Третья? Нет, я лундроидов еще просто-напросто не видел. На медведя. Она. Ну, тебе довольно-таки трудно загангать медведя. Он отпугивает врагов а, и заставляет их бежать на базу. Понял. Все понял. Не, медведи мне что-то как-то не попадались еще. Пока сегодня вот Китай смотрел, вроде медведя не было. Как-то пока не до них. Ну, посмотрим, может быть, медвежонок и день появится. Пока что мы имеем у Fantastic Five? Это Razor of Mid, Герокоптер на лёгкую, Oracle Support, Flayne Support еще нужен, по идее. Да, и про Dota Gaming, скорее всего, Doom пойдет во Флейнию, Dazzle Support, Viper Mid, Del Vengeful Spirit, скорее всего, будет роль керри, так как она была взята у нас с первой стадии. Ну да. Если Фьюра берет с первой стадии, скорее всего, он выходит в керри. Или чтобы запутать противника, чтобы он тоже думал, что это будет Кири, а потом можно сделать его суппорт. Ну да, такой герой, от которого можно отталкиваться. И это да, можно запутать. Ну вот сейчас думает как раз таки у нас товарищ Арзик, кого же себе набирать. Ну саппорта надо пикать, наверное. Или... Да, вот еще один саппорт, Вич-доктор. Ну неплохо, Оракл, Вич-доктор, это два такие подхила аппарата в игре. Нету, ну, наверное, не знаю, думаю, стоит забанить его, потому что, наверное, у Разора будет какая-то мека. Вич-доктор тоже с хилом, Оракл тоже со своими сейв-способностями. Ну да, может быть неприятно. И как раз не хватает второго суппорта. Ну, все-таки какой-то частный табанит, походу, знает какую-то наработку, потому что он инстант банл. Ну да, и думают, видимо, что Венга действительно будет суппортом. Причем у Protoss Gaming тоже два суппорта такие более сейвящего характера. Ну, Vengeful Spirit может быть, скажем так, она атакующего, да, план для инициации. Ну, Dazzle конкретно уже оборонительного варианта. Дабы сейвить своих коров, тут есть кого сейвить. Тоже масса такого подхила, собственно, что, собственно, сам Dazzle будет вам всем давать какие-то Shadow Wave, что Doom будет поджимать землю, что Viper, скорее всего, тоже будет меканзом. То есть вот обе команды такие будут довольно плотные, с массой подхила. Неубиваемые все со стиками, с этими новыми Mystic Flare, о, Fairy Fire'ами. Uh-huh. Mystic Flare, господи. Что я вспомнил? Да, внезапно Ultimate Sky залетает. Ага. Прямой эфир бывает. Так, и вот Митрин теперь думает, ну, действительно, как? Придумать что-то новенькое? Ну, вообще, на самом деле, я так не думаю, что Viper и Doom будет как-то с Геркоптером, Разором сильно смотреться в более поздней стадии игры. Вот он. Земляной. Земляной нас будет суппортом. Это точно, значит, керри Венга. И это Сен-Кинг. Сен-Кинг. Это будет оффлайн Сен-Кинг. Да, Готстик оффлайн играет. Оффлейн Сен-Кинг. Давненько не видел я оффлейн Сен-Кингов. А сейчас это новый Сен-Кинг с этим... с аганимом и с быстрым с линзой какой-нибудь. Ой, так это вообще грязь, конечно. Подкопы на миллион километров, рейнджи, можно с фонтана делать подкоп, чтобы дэвить свои товара и так далее. Это гадости всякие. Прикинь, с даггером и с аганимом откуда можно вообще прыгнуть? Это ужасно, да. Кастуешь, еще подкоп даешь сразу этот... Да, этого героя хочется, конечно, каким-то думом просто выключить, не обращать на него внимания. Но а не его... найдешь его, он так далеко стоит. Это не поймать, это согласен. Так, ну вот такие у нас два интересных варианта получилось. Команд, в общем-то, сейчас ребята будут разбирать всех героев, будем смотреть первую карту. Напомню, формат проведения таких четвертьфинальных матчей Best of 3. Как минимум 2, как максимум 3 карты мы с вами посмотрим. Ну и канал, на котором мы с вами сегодня будем находиться, наблюдать, общаться, это twitch.tv/dota2ruhub. Можно вроде смотреть нас и в Dota TV, если вдруг эту игру там где-то найдете. Я вот свой звук подрубил, Серега, наверное, тоже подрубит. Если да, я у меня подрублено. Так, еще раз постоянно забываю. В группе же, да? В голос-группе. Сейчас тебе точно скажу, как у меня поставлено. У меня стоит голос команде. Команде. Да, и все. Ну, работа тоже нон-стоп. По идее. Надо запомнить нижнюю тут галочку ставить. Остальное все вырублено, да? Не, остальное все, настройки ничего не менял. И это хорошо. Так, ну что, давай. Да, давай пройдемся. Итак, Fantastic Five седой будет на Герокоптере. У нас Юю, он же Йол, сыграет на суппорт Вич-докторе, БЗЗ Разор. Пойдет в медлинию гостик на оффлейн Сен-Кинге, ну и Арзик сыграет на суппорт Оракле. Митрим у нас будет играть на Дазле, Трон будет играть у нас... Господи, кто у них там был-то? Гера... Нет, какой Герокоптер? Что-то у меня вылетело из головы. Дом же, Дом был. Дум, да, будет играть на Думе, но, скорее всего, они, может быть, свапнутся. Нет. Ладно. Sunlight будет играть на Вайпере, Ванскор будет играть на Спирите, Джакал будет играть на Vengeful Spirit. Джакал обычно керри у нас играет. Так он и будет керри. Да, второй суппорт. Не, Джакал будет керри, зачем? Ванскор же и Митрин два суппорта, правильно? Думу Флейн. Думу в линию, да, точно Трон играет в оффлинию. Да, тут все окей. Вернулся опять он в оффлинию. Играл он
на керри в последнее время за все команды, которых он отыгрывал. Sunlight в каких-то королях не был, да, и был и Стендэниел тоже за Empire когда-то там тоже хотел... Да не Sunlight, я про Трона говорю. А, ты про Трона говоришь? Боже, Трона я не видел уже миллион лет. Вот где он до про Dota играл, ты можешь вспомнить? До про Dota? В PR. В Rangers? Да. Боже, у Power Rangers тоже состав меняется чуть ли не каждый месяц. Короче, да, я вот, если честно, за перемещениями бывших Virtus.pro, в частности, там вот и у Трона тоже, не, вот где они находились до появления в текущих командах, потому что вот не смотрел, не следил, и, честно сказать, я не смогу сейчас. Вот, окей. Ну, как раз его там поменял, по-моему, фэн Трона, как раз там состав развалился, остались эти. Костяк команды, это J4 Cheshire, туда пришли Бигнум, FN и Бараш. Так, Серег, значит, я тебя смутил, я, видимо, неправильно настройки поставил, что говорят, меня не слышно. Тебя не слышно? Не знаю, у меня сейчас меня точно не слышно. Не знаю, нормально все было, должно было быть не слышно, еще раз переключу. Да, вот у меня горит окошечко, все окей. Клоус команде? Да. Все. Все норм, да. Не все, путайте, уже пожалуйста. Горит. Не путайте, а если что-то не так, вы нам обязательно сообщайте в Twitter, хэштег Рухаб, опять же, нашим к нам личными сообщениями, собачка Адекват ТВ, собачка Арсардота, пишите, что-то какие-то интересные наблюдения, будем с этим зачитывать. Когда будет такая возможность, например, как сейчас, когда... Ага, ты смотри, тебе послание рисует кто-то, или ты? Это ты? Ну вот, я думал, ты из игроков. Можно написать Трон, например, если не смогу написать. У тебя вот нет такого, у меня вот так вот они зачеркиваются. Подожди, слушай, он пишет. Ну, вот я тоже так могу, нет? А, нет, у меня, короче, дорисовывает за меня, по-моему. Ага, так. Ладно, я понял. Главное, чтобы игроки не начали рисовать, потому что я знаю, на что способны СНГ игроки, которые рисуют от нечего делать на миникарте. Потом это желательно как-то в эфире закрывать, обычно так бывает. Так, да, кстати говоря, вот по поводу обеих этих команд хочется отметить, что огромное количество матчей они проводят последние дни. Вот ежели, например, команды какого-то премиум-класса, я бы даже сказал, да, формата Major of International, они уже на отдыхе, что называется, у них официальные матчи закончились, то здесь такие не самые крупные лиги, они продолжают свои матчи. И, собственно, вот Pro Dota, Fantastic Five и прочие-прочие коллективы играют нон-стоп и в нескольких турнирах одновременно, поэтому их активно можете наблюдать на различных трансляциях в рамках различных капов. Вот. И сейчас они проявляются во всей своей красе, в общем-то, зарабатывают по окончанию Нового года бабки. Кто сколько сможет, кто сколько урвет. В общем-то, хороший шанс. Во-первых, бабки, во-вторых, они зарабатывают, пытаются заработать себе инвайт на квалификацию закрытой эфир. На региональный, думаешь? На закрытый. Ну, закрытый региональный, правильно? Который по приглашению. Да. Ну, вообще, думаю... Потому что если выиграть какие-то чемпионаты последние, там, парочку, то можно и получить их, на самом деле. Ну, вообще, если приоткрывая завесу, такую небольшую, все-таки, наверное, люди должны уже знать, что по 10 команд должно быть приглашено на закрытые квалификации. Собственно, на 10 команд на европейскую квалу, конечно, добрать будет довольно сложно. Вот, и, ну, возможно, да, некоторые команды сейчас имеют возможность после победы в турнирах таких мелких себе инвайт заработать. Но я думаю, вряд ли. Я думаю, Вальфу что-то решили, просто пока еще не анонсировано. Что... Да. У них там проблемы были со Steam. Как раз все ушли на новогодние праздники. Нет, но новость давняя была как раз. И что-то стали видны все там банковские данные, последние 4 цифры. Ну вот это все. Номер телефонов. Что-то из этой серии. Я слышал скандал, да, какой-то. Ну, как обычно, когда все уходят на праздник, что-то приключается. Ну, не все работники ушли, они вынудили своих инженеров вернуться как раз, и чтобы это пофиксить. Да, если бы еще кого-то вернули, чтобы анонсировали уже инвайты, потому что уже какое число сегодня? Сегодня 26 число, уже квалы начинаются там 6 января, что ли. Я думаю, вот-вот, на днях прям. Ну, прям сегодня-завтра прям уже, по идее, надо. Да, да. Потому что иначе как-то непонятно будет, игрокам, командам же нужно знать. Так, у нас, кстати говоря, довольно интересных два варда проставили про Dota, агрессивных довольно-таки. Видят топ, и на нижнем чужом лесу поставили также. Видно, перемещения будут суппорта, в частности, возможно, фарм Сенкинга, если он вдруг с оффлейна уйдет. Ну, Костик находится пока другую точку для того, чтобы делать стаки и там фармить. В принципе, почему бы нет. Сейчас, кстати говоря, вот за Сенкинга стало и удобнее играть, вот в том плане, что появились дополнительные пулы крипов. Он выходит, он, в принципе, далеко от линии не уходит, там получает экспириенс, потом возвращается, делает стаки и снова фармит. Стак у него не получилось сделать.
Или получилось? Не получилось. Ошибся. Баунтирун, если будет, он перейдет какой-нибудь. Вот так на второй минуте баунтирун заберет, потому что Вайпер, наверное, без батла будет играть, скорее всего. И вот с Инкингом бы парочку баунтирун как раз забрать. Был вообще идеально для него. Там может еще какой-нибудь ганг, под ганг сделать в мидл. Да, то есть вариаций вообще очень много для игры сейчас на Сенкинге. Вофармить можно стаки и стоять на оффлейн, если все хорошо, идти в мид гангать. Поэтому, конечно, и Сенкинга сейчас очень удобно брать на оффлейн. Посмотрим, как Гостик на нем отыграет, пока не очень удачно у него все получается. Стак не сделал, ганг в мид тоже не прошел. А, троны тоже убежал, ну, в общем, по-прежнему первый уровень входит. В то время как у Дума уже левел 2, между прочим, стоит получше. И смотри, он идет, а там-то заблочено, Дум, заблочено там. Сорян, братан. Не в этот раз. Еще один такой клик-клик. Тут заблочено. Тут заблочено. Центришники нужно покупать. Вот, клик-клик. Вот, баунтирун, который Сенкинг как раз не забрал. Нужна она ему была, очень нужна. Я не знаю, что не пошел, мог подстанет забрать. Он просто стоит, ничего сейчас не делает. Он просто 10 экспы на 2.20 имеет. Ну да, это неприятно, все-таки Дум уже в лесу начинает фармить, так на сложные ему действительно нелегко, а вот Гостик и стаки не делает себе никакие, и руны не ворует, и на оффлейне ничего не получает, так что Сенкинга вообще все плохо. Третья минута уже подходит к концу, а он прежнему ничего себе еще не вывез. Очень сильно у нас проседают как раз оффлейнеры, что оффлейнер про доты, что оффлейнер Fantastic Five. Ну вот Трон сразу понял, что надо уходить, ушел в лес, и уже третий левел, а Сенкинг все-таки бегает с 10 экспы. Да, найти себя в этой игре пока не может. Никак вообще. В миде у нас тоже довольно много экшена. Потянул Surf Spirit, пытается помочь Вайперу. Немножко подамажить Разора. Ну, тут два таких сложно пробиваемых героя стоят. Что Разор, что Вайпер. Достойные мидеры. Безусловно, могут и в соло вполне простоять. Но все-таки помощь от суппорта периодически требуется. Вот и Оракл недалеко тоже стоит. Накатывается на БЗЗ, но мажет он скоро. Да, ничего не получится делать. И тут как тут Арзик. Арзик готов подстраховывать в случае чего. Да, ничего не вышло у ПД. Ну, если бы зацепил, например, Болтер Смэшем, то, может быть, что-то и вышло в Анскора, но никак, никак, никак. Ну, таки на легкой линии остается спокойно фармить Герокоптер. Видим, то же самое делает у нас и Джакал на Vengeful Spirit. По крипстату видим чуть получше Герокоптера. Несколько крипов Джакал все-таки пропустил. Ну, думаю, ничего страшного. В принципе, разрыв не такой уж и большой. Да, Джакал еще не может никак-то привыкнуть к фарму. Давно не фармил. Год в армии отсидел. Отсидел. Отслужил, отсидел сразу. Отсидел. Отсидел. Отслужил, отслужил, конечно. Хоть мне надо отдавать долг. Нет, в скобочках, да? В скобочках. Да не, надо. Я вот просто именно не захотел идти. И не пошел в итоге. Говоришь, надо, сам провоцируешь людей, то, чтобы они в армию шли, а сам не хотел. Или ты ходил? Да не ходил я. Не ходил. Ну и правильно, я тоже не хотел. Нечего там делать. А так. Сейчас уже и не надо, сейчас 27 лет уже. А тебя уже стукнул? Капец, да? Ты старый, Серег. Да 28, что ли. Уже старый, просто старый. А брат тоже старый уже. Но у меня военник есть, тоже в армию не ходил, и поэтому нечего там делать. Это хорошо. Можно я лучше доту посмотрю. Да, тут и покомментирую. Жестким задротом. Кстати, Гостик опять не везет. Ты посмотри, он в очередной раз руну не взял, у него перехватил спирит. И Гостик бегает первый с половиной уровнем. Как же вот плохо играть на таком Сенкинге? Да я не знаю, что им нужно, но ему можно попытаться как-то зайти в смок вот с этим персонажем, Ораклом, и тупо выйти в мидл, как-то вдвоем загангать. Потому что это сейчас это бесполезный кусок, который вообще ничего не делает. Ни опыт не получает, ни фарм, ничего вообще не получает. Он просто стоит на линии. Так нельзя делать. Если у тебя какие-то проблемы, ты должен хотя бы стакать вот это. Хотя бы. Да, да, так он попытался даже один или два раза точно, и у него не получилось. Просто-напросто Разор пошел по табору убивать Вайпера, а тут подхил от Митрима. Не так-то просто Вайпера взять, пришел еще Спирит и не отпустит здесь никуда Арзика. Это будет минус два, вот так вот. Чем увенчалась попытка атаковать Вайпера по табору? А могли бы. Это сделать уже... Ой-ой-ой, как не ударил. Боже, как не ударил. Еще камень будет через 3 секунды. Камень-то нужно дать, и, ну, Ванскор залетает. Ой-ой-ой. Боже, Оракл. Нет, таки погиб. И вот Гостик, смотри, он ТП-шнулся. Чё ты раньше не ТП-шнулся? Понимаешь, он ТП-шнулся отсюда, сюда, и бежит вот так вот.
да, в общем, что-то как-то Костик себя в этой игре найти не может. Причем, что самое интересное, Ванскор пришел туда, вот на эти стаки, он посмотрел, думает, ну Сунькинг раз первый уровень, значит, наверное, стакает себе что-то. Стаков вообще нет, Ванскор удивился, вард вчера не поставил, но потом он отходит, все-таки вардец один поставил, чтобы посмотреть. Но он действительно сейчас непонятно, почему вот у Сунька так все ужасно. Ну вот второй уровень только-только апнул. Только-только второй. В то время как у Дума уже левел пятый. У него уже транквил буцы есть, и он, в принципе, доволен текущим раскладом. Вар тут центричный пропал, имеет возможность сейчас крипов убивать. Вот он все неплохо, очень неплохо. Стоит себе и стоит. Он потом наберет свое. Только геометрической прогрессии потом будет набирать свои. Два варом. Так и есть. Так и есть. Ну ладно, может быть, вмешается сейчас Герокоптер на помощь к своей команде. Возможно, устроит какой-то файт, где Сенкик получает экспириенса. Я не знаю, но вот Гостик сейчас подворовал экспи немножко у Вичдоктора, который делает отводы. Ну, отсюда тоже можно забирать. Да надо ему забирать, ему третий левел нужно срочно, чтобы вот эти стайки хотя бы забрать, которые здесь стоят. Сразу там пятый плюс-минус будет получать. Угу. Ну, доставляет как раз таки его ВД сейчас. Ну, вот третий здесь он должен взять. Ну, и более-менее уже начнет выправлять свою ситуацию с Сенкинг. Правда, совсем непонятно, когда же у него появится самый блинк. Да можно смог уже заходить. Ну, можно смоковаться. Что ты, стоишь, коцаешься. Так, ну ладно, Спирит нас тоже решил пока сложная линия в отсутствие своих тиммейтов. Постоять здесь, немножко экспу подволучать, может быть даже и фарм какой-то удастся взять. ПТ все правильно делают. Тум фармит лес, надо эту линию занимать, и так всегда один суппортов, которому нужно 6 левел, сразу занимает какую-то свободную линию. Так на любых линиях вообще всегда происходит, когда есть герой, у которых есть возможность подфармить лесок. Ага. Или которого, в принципе, выгнали с линии. Да, иметь такую возможность действительно нужно. Кстати говоря, про Dota Gaming команда имеет сейчас винстрик в 3 победы. Последний матч у них против как раз таки на Logi Gaming, где они переиграли ребят, и также против Arcade Power Angels у них есть победа. Так что на довольно серьезном подъеме находится ПД. Видимо, этот патч под них, и очень много тренируются. Молодцы. Да, not bad. Вообще, то коллектив, конечно, ничего не получалось, когда только был анонсирован состав, немножечко другой, с другими игроками, но тем не менее, результаты не шли, но вот парочку замен, и вот сразу все поехало куда надо, в нужном направлении, скажем так. Я думаю, что про Dota будет, ну если уж на региональный квал не получит инвайт, то будет представлять СНГ в открытых квалах, и есть возможность там неплохо пробиться, в принципе. В принципе, с такой-то игрой. В принципе, про Dota, у нее должно быть другое название, ДТС. Да? Это да. Из-за владельца? Из-за владельца? Ну, не знаю. Потому что он же их спонсирует. Но подожди, но ДТС, там же была какая-то компания в Украине, правильно, которая их более-менее спонсирует? Сервис, да, который... Ну, вот который там, человек сейчас является... Снизу посмотрим, да? Посмотрим, конечно. Колдаун, флэг, немножко расстреляли, но снова дазл, подхил-то бешеный, Ванскор куда-то улетел на своем балдере. А чего не хотят-то? Почему Герокоптер не хочет вернуться? Еще много хп у тебя, брат. Как бы. Ладно, Ганга уже здесь. Хилочку как раз таки заюзала, чтобы много хп оставалось. Но как-то не получилось зацепить у Продот, и не совсем грамотно расставались Fantastic Five. В итоге ни у кого ничего не получилось. Но это скорее плюс для ПД, потому что такая вальта первая FF. И они куда-то смещаются вообще. Мид спасать, Разора, Вайпер, ты его в соло пытался убить, и снова эти файеры, да ладно, промах! Ай-яй-яй! Слоу-граунда, прикинь. А, так не попёрло здесь Санлайту. Ой, беда. Эх. Но был близок. Почти в соло оформил Разора. Вот этот обидный мисс. Еще и Fire. Вот этот вот Fairy Fire съел БЗЗ. Тоже очень тайминг, очень круто. Но не все, не слава богу. Но в итоге Продота все равно снизу. Пытается Тавр спушить. Кулдаун очередной от Герокоптера. Очень больно. Но не критично. Потому что Митрим стоит. Правда, у него МП нет, чтобы дать подхил. Ну, в итоге с Тавром все равно справились, дазл краски деньги себе забрал, сейчас купить какие-то арканы. Ну и команда довольная будет отступать. Арканы купил, сразу же захилил, хил дал, замечательно. И Санкинг тем временем как раз подфармил, пока весь этот кипиш был на нижней линии, уже вот 1206 левел есть, и есть контакт. Пошло по чуть-чуть. По чуть-чуть, да, ты посмотри, к дому подбирается, правда разница между ними все равно 600 голды есть, но тем не менее. Захочет стакнуть, а не получится. Или получится. Я не знаю, вард он больше, да? Он, по-моему, на 53 секунде отводит, да? А, да, здесь на 53 надо, все правильно. Да нет, да, он еще не получил. Здесь, по-моему, на 55 надо, нет? Здесь на 53, а у стороны Дайр, по-моему, на 55.
Что такое? Я просто помню вот эти вот два матча в участии Virtus.pro на новом патче, когда ФНГшка бегал. В первой игре пытался раза три стакнуть, сегодня не получилось. И во второй игре потом все равно еще раз решил постакать, все равно не получалось. И потом в Твиттере возмущался, что почему-то со стороны Рейдин на 53-й секунде, а со стороны Дайер на 55-й стаки делаются. Такая вот дота. Пока не попробуешь, не протестишь, ничего не получится. Это да. Да. Ну вот, кстати говоря, Гостик-то хоть, конечно, свое получает, но он довольно серьезно темп потерял свой, то есть блинк у него появится там не на 13-й, хотя вот, возможно, 13-й как раз таки и будет. Но мог появиться намного раньше, если бы он сразу там... Да, конечно, но он сколько он? Где-то минут 5 потратил впустую просто. Ну да, да. И в итоге хотя это... Хотя бы себе на стаку, хотя бы. В итоге, да, это время было упущено, и немножечко попозже стан Fantastic Five так агрессивно нападать, используя блин Тайгерс и Кинга и свои рассказы. Что есть время для ПД, для того, чтобы пофармить себе какие-то ключевые айтемы. Оффлиния, она вообще такая, очень своеобразная. Это линия, где ты должен импровизировать, наверное, больше всех. Потому что тебя могут загонять до такой ситуации, что вот как раз вот как Сантинг тебя первый левел стоял, тебе нужно что-то придумать. Можешь сам смог купить, позвать суппорта, пойти загонять мидл. Можешь там стакать пойти, можешь, не знаю, мешать противнику стакать. Но тебе нужно пользу уносить. Если ты просто будешь на холл-позиции первого левела стоять, без опыта, без денег, то это useless кусок. Да. Получаешься. Так и есть, так и есть. Ну, главное вовремя выправиться из этой ситуации, что пока и пытается сниматься Гостик. Я тут обратил внимание, насколько плохо себя чувствует Вайпер. Он вроде с мида, нетворс у него уже меньше, чем у Сенкинга, и пытается купить себе только Баклер сейчас. Довольно тоже поздняя будет мека, все-таки одна смерть дает о себе знать. Ну а по крипстату, если посмотреть, там тоже все ужасно. 24 крипа всего лишь с медлиния, за 12 минут смог убить Вайпер. Боже, почему такой отвратительный КС? Просто ужасный. Ну, Разор его хорошо загонял. Разор? Два раза сделать. Больше. Кошмар. Ну, база за красавчик, конечно. Со мной это есть проблемы. Так, смог от продоты. Выход на Йол. Йол. Но много внимания для Йол, конечно. Но в любом случае, если сделать на нем килл, то будет сейчас... Это просто внимание на тауэр идет. А Йол это так. Бонус. Ну-ка, бонус. Оп. Да, попадает камнем. Так это минус. И аккуратненько на смэше уехал. Ну, тауэр нужно добирать, да. Тут уже подключено у трона. Скёрч Торф. Нарываются на глиф. Есть глиф, у Разора нет телепорта, поэтому спокойно можно тауэр забирать. Просто спокойно. Да, все верно. И смог прожали ребята из ПД, но... Нет, не... ребята из Fantastic Five, но вроде как под вардом. Да, вот сейчас как раз под Даггер Санкин нужно реализовать, убить эту Вайпер, очень хорошо будет. У него как раз мяк отложится, эти 500 голды, которые у него есть, сейчас еще упадут. Вот он не знает. Знает, не знает. Ну вот, и не знаю, под вардом или не под вардом был прожат смог. По-моему, под вардом как раз таки заканчивался. Но Вайпер держится очень аккуратно, есть подозрение, что Санлайт в курсе. Нет, выходит слишком далеко, Санкинг заходит, удар с руки, есть подкоп. Разор впитывает статик линком, плазма филд и спасает Митрим! Там Десвард еще, Вайпер будет жить, приходит Ванскор, Ванскор, ты-то куда пришел? Боже, Ванскор! Там же столько дэмэджа у БЗЗ. 119 наворованного статик линком и подставился, ай-яй-яй. Ну вот, спасли жизнь одному, а второй сам умер. Бывает. Ну и пуш теперь исполнение Fantastic Five. Ну, пора уже хотя бы какой-то тавр спуш, потому что два своих они уже потеряли. Так, там куда-то пробежал у нас трон. Ага, его здесь поймали. Тавр спушен, еще и вайпер может подставиться без хп, подставляется под кулдаун каски, отлетает чем Митрима. Грейв кулдаун. Боже, ну как же плохо про Dota Gaming. Зачем надо было без хп там находиться? Дальше могут еще продолжить. Зацепить нечем, проблема. Зацепить было нечем, да, в итоге отпускает остальных персонажей. Но в любом случае, такой приятный бонус они получают за 2 килла плюс тавр. Сразу подъем по деньгам. Да, двух пор забрали. Да, проигрывали 1000 с небольшим, сейчас выигрывают 1000. То есть 2000 камбэка сделали. Ну и, конечно же, это айтемы, которые начинают появляться. Это Яша у Герокоптера, Сангинг уже свой бентагер реализовал. Сулринг выходит. Да, Сулринг после блинка будет такой вот интересный раскачка. Окей, окей, с этим мы разобрались. Так, ну против ПД, я смотрю, тоже артефакты неплохие. Есть доминатор у Джакала, значит, где-то сейчас будет какой-то сумон. Не стакает ли он что-то для на Эншта? Вроде не стакает. Надо бы обзавестись каким-то приятным сумончиком. Ну или просто с ним бегать, какой-нибудь вожаком волков. Было бы удобно. Конечно же, нужна мека в первую очередь для Вайпера, чтобы принимать участие в драках 5 на 5. Ну и прочие крутые айтемы для Дума, конечно же. Потому что есть драмы, он сам по себе герой довольно сложно пробиваемый. Ну, что-то типа какую-то шиву на команду купить было бы неплохо.
Так что будет нас собираться там. Ну а тем временем Fantastic Five. Ну оценили, насколько они могущественны в пятером и решили пушить дальше. Нижний тавер оформляют себе. Глиф, но глиф будет не помехой. Разорт у нас в сэндж выходит. Есть у них, кстати говоря, дабл дэмэдж в ботле. И видя это, ПД, возможно, даже не захотят сейчас принимать участие в файте. Надо сплитить, я думаю. Да, разменивается как раз то время. Но там уже остается Сэнкинг, и он с ультимейтом. И всегда может ворваться. Я думаю, одно ТП. Одно ТП. Уже, да, уже ТП же с гирокоптера. Ой, какой хороший подкоп. Отличная линейка. Надо за вайпером, уже за вайпером лететь. Уже, конечно. И Йол идет касками, достает до вайпера, плазма филд, никуда не уйдет. Здесь вайпер, это минус, минус 2, отличный подкоп от Синкинга. Спрыва с эпицентра, с блинка все очень качественно. В итоге тавр снизу забрали, и мид адеф, или еще 2 килла сделали, и вновь собираются вместе, чтобы пушить. Да, Fantastic Five сейчас нашли свою игру, свой темп, и начинают тренировать. Еще, смотри, где Санкинг? Будут цеплять на трима, будут цеплять и убивать, стычки прям, наверное. Нет. Успел шулогрейв, тэп-аут, боже, а подкопа-то нет. Уходит. Ну, на тауэр можно чуть-чуть покоцать его хорошенько. Арзик стрельет под думом. Ну, у меня только один вопрос, что, собственно говоря, один оракл суппорт делал снизу. Парень, что ты там делал, парень? Такой себе сплитер оракл на самом деле. Так, пришел вайпер, подкоп сразу получает, плазма филд, колдаун, вайпер, вроде герой-то толстый, но когда слишком много магического прокаста, может и не пережить. Но слабый джакал спасает его. Фидера. Санлайта. Ну он реально фидер. Какие-то суицидальные наклонности у этого самого вайпера, который пришел под тир 2, под прокаст и чуть не откинулся. Ладно, хоть джакал спас. Служба спасения 9-1-1. Джакал работает. Монта у нас появляется у гирокоптера тем временем. Очень много денег последние минуты заработал Седой. Вот они как начали давить, так продолжайте им заниматься уже последние минут 5. Подъем у него очень шикарный по нетворсу. Мы видим топ-1. И с отрывом довольно серьезным от Дума и от Джакала. Fantastic Five, этот костяк Рокскиса, Virtus.pro там. Ну да, бывший состав. ВП. Йол, БЗЗ, Седой. Удивительно, да, что до сих пор играет вместе, кстати говоря. Да, такие дружане. Говорит, они попробуют ли нам в 135-й раз что-то сделать? А давай. На просцене. С самого нуля практически начинают ребята после Virtus.pro. Состав расформировали. Снизов опять, до вершин. Так, ну Петрим пытается подловить, и Йол его не достает. Касками, хотя идет до конца. Ой, да ладно, касками зацепил, но куда ты? Один же пойдешь вечер пробивать. А он бы убил его на базе, он бы не отрегенил столько, Митрим. Если бы он его пораньше встретил, бы он накинул каски, накинул бы маледик, даже если бы Митрим начал ТП-шиться на базу, а у него ТП не было, в принципе, то он умер. Думаешь? Если даже ТП, конечно, вард поставил бы четвертый маледикт, он фонтан сок не нарегенил бы. Ну, там 8 единиц брони, как бы, от этого десварта, много бы и не получил. Да, нормально накрутил бы ему, я тебе говорю. Вообще, там, летит, конечно, левел 4, это такая сильная штука. С ней нужно быть поаккуратнее. Причем, что интересно, да, как раз-таки вот этот вот Вичдоктор не играет через хил, который мы думали будет на стадии драфта еще. Он играет в агрессивного Вичдоктора, в убиватора. Ну, и, в общем-то, этим-то и занимается Fantastic Five, они идут и убивают. Тут вот давят. Так, залетает у нас Болдер. Немножко просел Седой. Ну, есть у него от вайперстайка всякие мантастайл, так что все у него в порядке, все под контролем. Гостик спрятался, довольно интересная позиция. Гостика не видно здесь должно быть. Да, вот он скрыт от вражеских глаз. И готов, если что, нырять. Пока, правда, с первым эпицентром, но тем не менее. Сейчас на топ спокойно переместится, вот разор ДДшечку взял и на топ спокойно пойдет наверное, за тауром. Но всегда это опасно. Почему? Потому что на Рошан могут выйти. То преимущество стороны Дайер как раз таки. Ну, очень круто обходит. Очень круто FF. Сейчас завязали смок. Я не знаю, видели, не видели их. Не, их не видели, тварь не дотягивается до смока. И они очень круто заходят. Они знают, знают прекрасно, что на Рошане. Чувствуют. Да, ванскор уже смок спал. И с хайграунда заходит хороший камень. Откидывает эпицентр, правда, от Кутсика. И нужно как-то этим справиться. Боже, как быстро погиб у нас F-Spirit. Залетают каски, Джакал. Получает, что Лугрейв будет жив. Там, конечно, ультимейт Spirit очень много дэмэджа будет носить. Ну и непонятно, Рагат разделился в несколько частей, Седой встреет от вайпера, помирает. Минус 2. Они еще живут все. Разор минус тоже. Смотри, минус 3 сделали. Убивает еще Оракла, минус 4. Вот так вот продота. Они так круто начали драку. Сульта Сэнкинга зашла практически по всему. Вайпера не было, Мейки. И они еще как-то пережили эту всю. Это все. Да, просто очень классно сыграл еще и Спирит. А знаете итоги боя? Спирит. Сколько нанес дэмэджа? 1200.
Но практически как Винга, как Вайпер. Ну, он реально своим ультимейтом очень качественно зашел, и первый его станчик, вот этот вот камень, четверых, он был крут. Он просто был крут. Так что, да. Ваш красавец. Боже, ну это чудо камбэк, теперь еще и Рошана забрали, все замечательно становится по Д. Выиграли файпы, которые должны были они проигрывать, и в итоге от 3000 Fantastic Five сейчас не останется ничего. А вот и Мека на Вайпере, уже да. Тяжелее будет. Да Мека. Гарклап на домчике в БКБ будет выходить. У Джакало Гарклап тоже какую-то БКБшку. Ну вообще да, все неплохо. Все очень даже неплохо. Разор тоже неприятно было в драке, конечно, получает сразу дум, ничего не сделать, дэмэджа не повысасывать, там урона много не нанести, плазмофилдов много раз не дать. Так себе вышло. Надо что-то с этим будет придумать. Вообще против дуба надо какую-то либо линку варить на команду, я не знаю, либо делать какие-то лотосорбы, возможно. Лотосорб, линка. Масхав вообще против дума. Вопрос, кто будет собирать такие артефакты? Вроде на Разоре, на Киркоптере они не смотрятся, Сан-Кинг. Ну, Сан-Кинг разве что. Сан-Кинг может. Сан-Кинг может, да. Ну что, да, первая карта будет не такой простой, как казалось последние минут 5 назад, когда Fantastic Five давили и убивали противника. ПД дали отпор, сейчас по счету они даже впереди, и Planet Force тоже вырвались вперед. Команда все стала замечательно внезапно. А сейчас еще у ПД появятся там 3 БКБшки какие-то. Ну, кто-то, кстати, из них, может, и не БКБ варит. Не знаю, но вот Джакалу... Да, Джакал будет БКБ. Думаю, Дум тоже БКБ. Да-да-да, тогда норм. Вайпер... Бегать по Сан-Кингу. Против Сан-Кинга вообще БКБ Масхэв надо. Да, ну и Вайпер Мидас я будет брать, судя по всему. Почему бы и нет? Почему бы и не Мидас? Ну что, и Fantastic Five, ну, вроде как решили опять же продолжать гнуть свою линию, то есть собираться вместе и давить противника. Но сейчас это будет сложнее сделать. Там артефакты левел добавился у героев. Давайте будет труднее. Вот собираются вместе, не хватает лишь только рядом БЗЗ. БЗ есть ТПшка, хочет оформить себе на Сенджин Яшу до драки. Ну и в это время ПД, в принципе, неплохо распределили свои ресурсы, подфармливают, где хотят. И потихонечку тоже стягиваются на топ. Ну, Вайпер, надеюсь, не Мидас. Надеюсь, не Мидас собирает. Мидас, как это не Мидас? Зачем? Ну, так а чего, ускорять фарм. Смек это особо-то не быстро фармишь, а по карте Дум разбирает все, Джакал забирает все. То есть Вайпер нужно где-то найти свои деньги. По нетворсу мы видим, он идет только пятым. Там, мне кажется, неплохое решение. Если они дали отпор, значит, он уверен в том, что они будут давать этот отпор еще несколько раз. Следовательно, игра затянется, а там Мидас даст себе знать. Уже и позже появятся и БКБшки, все остальное. Как по мне, должно быть неплохо. Да. Посмотрим. Конечно, если да, вдруг Fantastic Five сейчас просто возьмут и снесут вам одну сторону, то да, Мидас будет лишним. И смог в исполнении ПД. Ой, сами будут заходить, смог спал. Йол поднимается на хайграунд, а смерть, ну Каспи успевает кинуть еще и Маледикт, может, он жить будет. А, там Костик пошел с эпицентром, неплохо, двоих разорвало, Fantastic Five. Шел Вайпер, поздно, по-моему, но Оракл пытается продавить. Но минус 3 уже, и ПД здесь, скорее всего, погибнет полным составом. Разор выживает, подкоп дальше. Вайпера, плазмофилд, Вайпер падает, и Джакал воскрешается после Аегиса. БЗ пытается убить 116 хп, Джакал идет до конца, тычка, еще одна, минус Разор. Но за это должны его наказывать. Джакал. Минус 6 суммарно сделали Fantastic Five. Я не знаю, как они не среагировали на этого Вич-Доктора. Почему да они... Да это Мидас виноват. Думаешь? Конечно. Мидас самой виной. Нет, ну не знаю, но он поднялся. Вот столько времени было у Дума там и еще у Митримы, чтобы что-то сделать, чтобы просто помешать дать каски и Маледикт. В итоге этот Вич-Доктор, который должен был умереть сразу, до начала замеса, выживает еще тонну урона внес. Он еще фул, да. Фул Вартерск вставал. Так да. Ну, очень плохо сыграно от Продоты было. И ответный камбэк в исполнении Fantastic Five. Графики у нас то вниз, то вверх. Игра вообще непонятная. С разными исходами драк проходит каждый замес. И классно. Классно, есть на что посмотреть. И вот он, Мидас, появляется у Вайпера. Sunlight. Купил себе Мидасик. Посмотрим, насколько он будет хорош. Так, я вижу, у Седова появляется Доминатор, следовательно... Я не вижу сумонов. Почему я не вижу сумонов ни у Винги, ни у... Я не знаю, почему никто не стакает. Никто не стакает, никто с собой волка не носит. Ну это же классный буст. Почему этим не пользуются? Команды. Вот есть волк, вот. И стоит Оракл, он говорит, надо прийти и забрать волка. Пауза, он говорит, подожди, надо сказать Венге, чтобы она взяла крипа. Не хочет Джакал вообще купает себе блейд.
А, так у него весь лес почистили, тут никакого волка-то и нет в помине. Но вот у стороны рейдинг волк будет, судя по всему. И это хорошо. Это хорошо. Ладно, очередная пауза. Какие-то проблемы у нас у Вайпера, у ребят с ПД. Вот. Сегодня, кстати говоря, ПД уже вроде где-то играли, если я не ошибаюсь. Или будут играть, чтобы оценить, как они сыграли сегодня. Готовы или не готовы. А, не, вроде не играли сегодня про то-то. Странно, вроде бы не какой-то матч сегодня должен быть. Ладно, значит, я где-то ошибся, просмотрел расписание. Ну, вроде сегодня Fantasy Five тоже ни с кем играли, то сегодня это первый матч. Окей. Сегодня, кстати говоря, будет играть такая команда, как Cookies. Это Cookies. Те ребятки, которые смогли прервать винстрик там чуть ли не 20 или нет, габлака. 15 габлака, да. Выиграли. И они причем очень хорошо смотрелись. Да, тут тоже тут матч смотрел, и сегодня Cookies будут играть против NLG, NLG Gaming. Так что имейте в виду, дорогие друзья, сегодня на этом канале мы будем сидеть довольно долго, до часу ночи примерно, ориентировочно. Так что смотрите дотку. Дотки в последнее время будет не так много. Наслаждайтесь последней дотой уходящего года. Вот. Такие расклады. Ну что, пауза сжимается, 26-я минута. Смотрим графики. Есть у Fantastic Five преимущество 1500, но 25-й минуте, 26-й. Назвать это преимуществом, наверное, нельзя. Все-таки это небольшой денежный перевес всего лишь. Да равненько они идут, на самом деле, очень равненько. Что одни сначала убивают всех, что потом другие убивают всех. Да, так и происходит. Ну что ж, на следующий файт будем ждать где-то возле Рошан или, может быть, на дефите Радентавра у Тайр. Около тебя Радентавр, наверное. Или, может, на халяву отдадут. А зачем, если может драться? Ну, вообще, лучше его защитить, потому что Рошана нету, вам не на что размениваться. Ну, если только на тебя Радентавр медиа, но это такое. Лучше защитить свой верхний тавр, потому что... А, его там в толку защищать 111 хп. Ну да. Просто когда тавр заберут, очень сильно отрезают тебя от леса твоего. Джакал нашел самого полезного сумона, который только был в лесу. Вот самый. Самый полезный. Я очень быстрый. Быстрый бегает. Быстрый бегает. Кобольд, зачем он его взял? Кстати говоря, у Геркоптера тоже волка не вижу. И он его так и не взял, я так понимаю. Они просто зафармили точку. Смог в спину. Смог в спину. Идут, идут, что видят. Вайперы могут очень быстро фокуснуть. Вот вайперы как раз таки только и видят. Пропустили вайпера. И ушли, уходят, ребята. Ой, сейчас ванскор их... В узком проходе. Ванскорище! Ванскорище сейчас зарядит! Ванскор стоит на исходной позиции! Ванскор! Давай, Ванскор! И поехал! Ну, боже, ну давай на развороте, как мужик, включай все свои способности. Нет, вот откидывается камнем. В разор, а теперь не полетел Дум. А все, камней нету. И Гостик пошел. Давай, давай. Ой, Гостик, ну кто мало... Вот тут-то, вот это я понимаю, ультимейт. Никуда. Лайкенбар Дума просто. Да, ноль урона. Просто ноль урона. И ВД там будет умирать от товарища Дума. Кстати говоря, зацепил на третьем уровне прокачки вот этим вот Infernal Blade. И не ушел никуда. ВД сгорел на работе. Да, отвратительно все получилось у FF. По итогу эпицентр прошел в никуда. И Дум реализовывает свой первый БКБ. Очень даже неплохо было сыграно. Сейчас будут сразу собираться вместе и давить тир-2 снизу. Так, а в это время что будут делать FF? Ну, по науке надо вроде как сплитить. Хотя, возможно, даже попытаются дать бой. Но без эпицентра уже как-то сложно, наверное, драться. Ну вот, тир 2 будет падать. Есть глиф. Неужели будут давать бой? Да, действительно, он скор. Плазмафилд, свап и ментальный разора. БКБ сразу же отжакал. Начинает резать БЗЗ. БЗ все-таки плотный герой. И так легко его забрать. Меки, Метрин на себя прожимает Шилу Грей, влетает, тем временем Манскор, очень много урона будет носить, ставится палка. Палку, убивалку сразу же сбивают. Есть Саленс по Йолу. Метрин таки погиб. И... Ой, падает Фантастик Файв. Ой, падает. Но при этом ПД тоже теряет своих людей. В итоге 3 в 3, пока драка разрушит. Разор живет там, вот под этим ультимейтом жестким. Да, но все-таки, все-таки погиб. И здесь Гостик остался. 7 человек. Гостик еще может. Может еще. Глиф есть? И глифа нету, жалко. На эпицентр нет у него, ну как вот он только подкоп может дать, не более того, а дома не пробьет, который откатил с БКБ уже. Был бы эпицентр, сейчас двоих убил бы. Да, ну краски до эпицентра и не хватало в этой драке. В итоге Разор очень много урона нанес, 1500. Конечно, живет он под этим Ораклом очень много. Ну вот видно было, насколько мало урона нанес Герокоптер. То есть как-то вообще его смело довели довольно быстро. Сэй, за Дум пойдет. Нет, не пойдет. А что не пошел-то? А, БКБ тэп аут. А тут 9-секундная БКБ, да, слишком долго будет работать. Ну, БКБ развел, тоже неплохо. Ну, я не знаю, мог бы спокойно идти дальше. Не захотел. Есть Владмир. Так, Домчик.
Думчик, Думчик, у Думчика полный порядок. Дум вообще в топ-1 по нетворс в своей команде вышел. И довольно серьезно проседает Fantastic Five по этому параметру, потому что Геркоптер топовый во всей команде своей и среди всех игроков на этой карте. Но дальше у Туразора проблемы. Держится на 5-й позиции, Сэндкинг там же с ним рядом. Может, по шпачкам пройтись быстренько, что у нас появилось-то за последнее время. Разор с Инженерши, двушка в кармане, Кич-доктор, половинка Даганим остается, Герокоптер, Баттерфляй скоро, Манта-стайл, Доминатор, и до Баттерфляя остается буквально Фотерстаф, один дудочка. Сэндкинг, ну, все свои стандартные артефакты собирает, Блинк, Форстаф, сейчас Ваганим выйдет в этот жесткий. Ваганим, посмотрим, вообще первый раз в действии буду видеть. Дазл, Крестраш этот собрал, Солар Крест. Дум, Дагер, Владимир, БКБшечка. Спирит, ничего такого жесткого, прям все стандартные артефактики тоже, урна, глимеры. И Vengeful Spirit, Helm of Dominator, БКБшка и Яш. Да, 1000 монет сверху. Вообще, как тебе Герокоптер, который не фармит себе БКБ? То есть он выходит, Манта Стайл, бабочка, какой-то такой билд, не очень уверен, на мой взгляд. Мне не нравится Герокоптер, который не стакает с Ancient'ов. Он Ажака Волков, конечно, тебе взял. А? Чувствуешь? Волка взял. Волка молодец. Хорошо, 5. Услышал, услышал нас. А Джакал ничего не взял. И драку пошел. Баттерфляй у Герокоптера. Ну это круто, да. Баттерфляй и Манта Стайл, 1500 хп. Я не знаю. По-моему, получаешь один дум и все, юзлес. Получаешь свап, накидывает тебе соло-крест, и ты юзлес. Ну как-то вот все равно хочется, я не знаю, помощнее. Рошана, 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 минус. Там они очень быстро забирают, конечно. Под соло-крестом там без шансов. Да, там медаль, минус армор. Это венги, да. Все это работает. Есть Аегис для закалы. 6, 10, 16. Рошан, по-моему, 7, да? Армор. Минус 9 армора. Ну, да. Очень быстро забрали. Ну, теперь с Аегисом. ПД. Надо будет обороняться. Fantastic Five. ППД. 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 Так, идет Дум, ты посмотри, как жестко идет. Что-то там съел. А, вот у него вожак волков съеденный. Неплохо. Ну, кстати, да. То есть, волка одного может съесть Дум, а венга может еще другого взять. Я против Чена недавно видел Карс игру, что-то я забыл уже, кто играл. И там ребята просто собирали. Пораньше, помнишь, чем Чена контролили Медасами там, все вот этой. А сейчас-то вчера просто два доминатора собрали, Чен шел, что-то с крипами нападать. Крипов нет, уже разворовали все. Да, а, это, кстати, против Веги, по-моему, играли. Или нет, или против Ашеров как раз. Ну, против одной, знаешь, команды как раз на БТС. Ну, прикольно. Контра такая. Ну, заходит на деревне ПД, ты посмотри, Тиртрис. Шагаю на рампу. Без шансов вообще, фантаклассифайт нужно давать бой какой-то, видимо. Но непонятно как, каски, Дум залетает просто в Гостика, свапаю сразу же Гостика, залетел колдаун, не страшно. Манта стайл седова. Гостика нету байбека. Это плохо. БЗЗ стреет. БЗЗ с байбеком. Ну, либо ты байбекаешь, либо бараки падают. Короче, вот я... Ответственно заявляю, что мне этот Герокоптер не нравится. Вот он мне просто не нравится. За драку Герокоптер сделал 3 выстрела с Флакенна. 3 за драку и колдаун дал. Он просто сейчас постоял тут, сталин. Сейчас будет на этой тауре будет драка, потому что не дадут FF забрать второй таур. У Сэндкинга есть ультимейт. Где Сэндкинг? Ну, да, в кастовый вот, эпицентр. С Имаганием. И ты с там есть, ты на месте, блин, сбили. Вот, нет, он сейчас врывается. Очень много эпицентров зарядов ушло в никуда. Сюда в итоге получает. Лох. Бывает. Гостика сейчас будут убивать, Гостик падает. Да, без байбека. Вайпер все еще живет под шелугрейвом, БЗЗ цепляют. Без байбека. Каски колдаун, пошел седой. Седой подрубил флэк. Сейчас, говорит, всех убью. Манта стайл заюзал. Дума не пробиваем. Теперь бежать, потому что Дум страшный. Ну вот, хорошо, растоптали здесь все-таки Дума. Джакал дерется до конца, есть Аегис, не забываем. После Аегиса у него будет еще и БКБ. Но Митрим, что, ладно, что Митрим очень быстро упал, конечно. Грейва не будет. Джакал тоже должен стоять. Джакал! Ну нет, без шансов. Джакал падает. Но смогли отбиться более-менее сейчас, ребята, из Fantastic. Минус мидл, минус тауэр снизу, такое. Да, потеряли, конечно, очень много. Но... Сколько они заработали? 2 по опыте и 3 по золоте. Такая себе компенсация за полторы стороны, фактически. Да, ну, трёшка там. Окей, ну полторы стороны нельзя говорить. Говорит, что одна сторона и тир 3. Бараки все-таки стоят, это важно. Но затраты, конечно, колоссальные по строениям. Ну, как-то все плохо получалось. Я не знаю, в первом замесе Герокоптер не раскастовался, не показал себя. Сэндкинг без эпицентра был. Потом зашли, но уже потеряли сторону. Не все очень круто вышло. И опять же, вот Герокоптер не может себя раскрыть весь свой потенциал. Он не может драться просто в лобовую атаку. Это не тот Герокоптер, который имеет Инжиньяшу, БКБ, Доминатор и МКБ какой-то, да? На урон.
Да он тупо если Silence даже получает от Spirit, он ничего сделать не сможет. Так вот он и получал за месяц Silence, и он ничего не делал. Я в общем говорю, что тупо Silence получаешь, и все, ты ничего не можешь делать. Ты не можешь ни Flag Cannon включить, если ты вовремя не включил. Просто стоишь со своим баражом, бьешь по стаду крипов и кулдаун кидаешь, отлично. Ну, есть мотостайл, да, но... Но мотостайл юзал до Silence, это проблема. Юни не работало. Ну, посмотрим, как будет показываться Седой в следующих драках. Но пока, конечно, перспективы не очень радужны. Он еще покупает себе демонедж. Но вот опять же, выходит в чистую урон. Ну, не знаю. Могут элементарно просто не дать прожать флэг. Это проблема. Или накрыть домом. Что еще хуже. Ну и вот он дом, который будет покупать себе плейтмейл, Шива. Все, в принципе, понятно и очевидно. Вайпер очень много артефактов. Ну вот Мидас, пожалуйста. После Мидас у него Сенджин Яши, БКБ, Гиперстон. Доктор. Только тихо, чтобы никто не знал. Чтобы ПД не спалили. Они сейчас спалят под вардом. Они под вардом. Точнее, везет, кто подбежался под вардом. Ходи туда. А его спалили. Не ходи никуда. Смог прожали под вардом. Все под вардом. Молодцы, и гаста еще не забрали, смог. Великолепно. Они просто будут стоять вот здесь еще около магазина и ждать начала. Они сразу пошли. А зачем? Просто встаньте на хайграунд и ждите. Сами к вам придут. Так, смотрим, как будет. Вайпер разделился как-то странно. Уже Дум заходит, вот видит всех, начинать будет с кого? Банта ставил, Бразор таки решил. Не успел вовремя кинуть. Бразор все равно высосал нормально дэмэджа. Да, он не может драться, все равно пытается уйти, и там свапы пошли, догоняют Йолу, Йол падает, Вайпер с другой стороны. Визжок палку не поставил. Разор погиб в итоге. Никто ничего не поставил. Ну, никто урона не нес, вообще никто ничего не пытался делать. Байбека нету разора, разор выкупался, у нас кулдаун у него и минус вниз, скорее всего. Ну, поэтому вряд ли будут над троном прикалываться сейчас. Просто вниз забрать бараки, укрепить свое преимущество. И уже под конец там заходить на топ. Под следующего Рошана. Трон, а может быть в трон? Нет? А может быть корова? Та-та-та-та-та-та-та. Нет, трону надо в трон. Нет, не хотят в трон. Это же его трон. Это же его трон. Ну вот. Печалька. Трон. Ушли на топ, они будут спокойно сносить третью сторону. И, ну, Fantastic Five еще смог дать один бой. Я думаю, не больше. Хотя все зависит от того, какой это будет бой. Понятное дело, что у Седова не появится МКБ или там Дейдал, что он там не собирался покупать. Потому что денег элементарно не хватает. Ну, Вич Доктор надеется на что нужно? На два сейчас этих вот героя. Это Сэн Кинг и Вич Доктор. Все-таки они считаются геймченджерами, как ни крути. И если хорошо зайдет и Герокоптер вместе с ними, то можно отличный дэмэдж внести в драку. Ну, для этого нужно идеально раскастоваться. Не торопится ведь МПД. Вообще. Костик очень опасно стоит. Такой позиции нельзя стоять с огонем. Ты должен стоять вот здесь. Ты отсюда можешь кастануть. Тупо отсюда. Да-да. Блинк сюда и подкоп вот сюда. Как-то так, да? Ну да-да, это будет работать. Нормальный рейндж. Посмотрим сейчас. Вот. Конечно, если он с фонтана закастил. С фонтана он прокастовал вот сюда вот. Вот сюда, в эту область. Там он, блин, канулся, значит, сюда еще подкопал. Вот так. Не, ну хватает, да. То есть у него, ну, рейндж довольно большой этого самого эпицентра. Ой, эпицентр, точнее, Бару Страйка, плюс Блинк Страйк, Блинк Даггер сам по себе. Много дает. Вот сейчас посмотрим, как придет Сэн Кинг. 1300 рейндж со скиптером. Вообще какой-то нереальный рейндж. Это еще линзы нету. Это еще без линзы. Не, ну линзы это совсем, конечно, какой-то... 1500 будет. Издевательство, какой-то фетиш. Как хук. О. Пуджа с линзы тоже 1500. Так, хук 1300. Я понимаю, но это все равно какой-то фетиш уже покупать себе такие вот артефакты. Ну, такое. Лишние 200, ну, я не знаю. Нужно ли, когда у тебя уже 1300 рейндж? Я думаю, нет. Так, и Fantastic Five по-прежнему бегают под вардами противника. Нет никаких эссентричников, ничего. Вот-вот-вот только сейчас гем появляется у Йол. Наконец-таки идет девардинг. Хоть свою базу освободили от глаз оппонента. Ха, объяснял мне Тримов. Почему нужно пайп собирать? Не любил он эту шмотку, когда он играл в Ашерах. Вот, смотри, собрал пайп. Пайп инсайд. Хорошо. Это про Сенкинг на самом деле. Ну да, только против его одного, судя по всему, потому что там-то маг прокаста не очень-то и много, в итоге больше залетает. А Сенкинг просто нафидил. Но залетели, палку поставили, палка недолго работала, Геркоптер получает в итоге просто дум. Геркоптер уже не юзабелен, разорвали Вич Доктора, Седой впитывает, заходит, очень много урона. И живут все по Д. А как да, просто? Без шансов для FF, вообще ничего не могут сделать. Сейчас танчик Коста залетает, минус 3 ГГ, да. Все правильно делали. Так, Оракл от крипов чуть не сдомер. Ну ладно, бывает. На пустом месте.
Как-то это все произошло? Ну, одна драка, Егис, и пошли сразу. Да, это была как раз вот та драка, когда Ванскор очень круто все сделал, когда в спину заходили у нас FF, и раскастовался Айо Спирит. Да, он там один из тех героев, который много урона нанес за драку как раз таки. Причем сами инициировали Fantastic Five, сами заходили в спину, у них просто ничего не получилось. Ну, молодцы про Дота, очень хорошо они показали себя в первой карте, в принципе. Поначалу еще было непонятно, кто кого, потому что были размены более-менее равноценные. Но под конец уже все примерно стало на свои места. Так, это была... Так, подожди. Голос в команде же, правильно? Чем мне пишут, что меня не слышно? Нам в Твиттере писали, что слышно хорошо. Тебя и меня. Если ты чего, ничего не менял 40 минут назад. Я ничего не менял, ладно. Ладно, в перерыве сейчас будем разбираться. Я посмотрю, как у себя, я тебе скажу. Вот, ребята, это была первая карта. Вторая карта начнется через несколько мгновений, поэтому никуда не уходите. И мы обязательно вернемся в прямой эфир.